Или как мне сказали, значит, технические работники, что при моей зарплате 2500 лей, я, говорю, где найду 500 на тест? Каждые 2 недели, это огромные деньги. И для нашего персонала, преподавателей, они у нас не самые олигархи, вы это понимаете. Подготовьте, пожалуйста, письмо на имя министра здравоохранения. Все люди, которые работают, производят отчисления, правильно, за медстрахование. Я думаю, что из тех денег можно найти будет тот процент, который нужен на тесты.